подготовил еще одну классную пару в наилучшем понимании универсальных клинковых бритв французского производства. Первая из которых это старый-престарый Риат, хотя Т не читается, поэтому Риа, специально для жесткой щетины бритва на половинной выборке. Имеет конструктивное решение, при котором носик чуточку, точнее сказать, толщина у носика чуточку уже, чем толщина у пятки. Ничего с геометрией не происходило, это все родное. Бритва не пользованная. Ребра обуха не тронутые. Так, половину выборку я отметил. И в обратную сторону. Номер раз. Цена вопроса $60. И, безусловно, постарше. В оправе из рога. С клинышком из кости. 134-й фонтениль, золотой медали, 20-я или какая, 70-я, наверное, модель. Это псевдофреймбэк в размере полных 7/8. Единственное, по оправе тут чуть-чуть она со сколиками, или ее чуть-чуть подгрызли, но слишком блестящая. Общее состояние. Бритва не пользованная, опять же таки. Вот по спине, в слой изоленты я ее обработал. Вот здесь было небольшое пятнышко, вот я его подчистил. И вот здесь там пара незначительных. Но опять же таки, на работу это вообще никоим образом не скажется. Такие две отменные рабочие лошадки. Вот она и вторая. За это попрошу $70. А на этом на сегодня точно у нас все. Надеюсь, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока.